Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Пенсия для граждан, не имеющих трудового стажа. Нас спрашивают, а на что по закону могут рассчитывать граждане, не имеющие достаточного трудового стажа при назначении пенсии? Какой размер пенсии у них будет и будет ли вообще? На что сообщаем, что граждане, не имеющие достаточного трудового стажа, могут рассчитывать только на гарантированную государством социальную пенсию, размер которой зависит от величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, по закону, в любом случае, даже если у гражданина нет стажа, он все равно получит пенсию. Только это будет социальная пенсия, которая назначается на 5 лет позже. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше важной правовой и не только информации о пенсиях и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количества лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.